Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает выпуск «Де-факто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Выходные с огоньком. В регионе вспыхивали пожары в 6 районах. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Так в Ельске горел одноэтажный барак. К моменту приезда спасателей уже вовсю полыхала крыша деревянного строения. Хозяин горящей квартиры смог выбраться из нее сам через окно. В результате с ожогами лица, рук и тела мужчина был госпитализирован. Хозяева остальных жилых помещений покинули свои квартиры самостоятельно и не пострадали. Рассматриваемые версии возникновения пожара, неосторожное обращение с огнем при курении, а также нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов. Непотушенная сигарета могла стать и причиной трагедии в деревне Новый Кривск Рогачевского района. Там в результате пожара обрушилась крыша частного дома. Под обломками был найден труп хозяина жилища. Еще одно жаркое видео из Светлогорска. Здесь ярким пламенем полыхал сарай. Столб дыма был виден за многие километры. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал. В результате пожара уничтожена кровля, мотоблок и имущество внутри деревянного сарая. Повреждены стены. Причина пожара устанавливается. На дорогах области также было неспокойно. За предвыходные и выходные дни сотрудники ГАИ зафиксировали почти 3000 нарушений ПДД. Некоторые привели к авариям. Например, в Гомеле под колеса автомобиля попал пешеход-подросток. Пересекал проезжую часть в неустановленном месте вблизи пешеходного перехода. С полученными травмами ребенок был доставлен в больницу, где после был госпитализирован в травматологическое отделение. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.